Если вы любите помидоры, то такая заготовка обязательно придется по вкусу. В нашей семье консервированные помидоры по данному рецепту являются номером один. Попробуйте и вы. Это одна из самых вкусных заготовок на зиму. Количество сахара смело регулируйте по своему вкусу. Если любите сушеные ароматные травки, их также можно добавить в томатную пасту. Пробуйте. Помидоры помойте, залейте кипятком минут на 10. Затем ополосните холодной водой и снимите шкурку. Разложите помидоры по банкам, добавляя зубчики чеснока. В одной кастрюле доведите до кипения 1,5 литра воды, залейте помидоры. Оставьте на 10 минут. В другой кастрюле смешайте 1,5 литра воды, соль, сахар и томатную пасту. Доведите до кипения. Слейте с помидоров воду и залейте горячим томатным соусом. Закройте крышками. Храните в прохладном месте.